Всем привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Можете ли вы представить, что на данный момент, а у нас сейчас 6 декабря 2020 года, на данный момент на российском ютубе только одно сравнение самых крутых флагманов от Huawei. Huawei P40 Pro и Huawei Mate 40 Pro. Все, других сравнений больше нет, да и то от небольшого канала, где всего лишь 1000 просмотров. Ни хрена себе, это что, все Huawei воды вымерли? Это что, все испугались, я не знаю, Google сервисов? Или то, что непонятное будущее у компании Huawei? Или что? Посмотрите какое огромное количество сравнений Samsung в Galaxy Note 20 Ultra, iPhone 12 Pro Max. Все со всеми переменились а как бы что с Huawei-то? Я подумал, что это нечестно, потому что, во-первых, Mate 40 Pro это очень крутой технологичный телефон. Он выдает 680 тысяч баллов, а это самое большое количество баллов. И такой смартфон может стать очень крутым подарком на Новый год. При этом есть Huawei P40 Pro, который в принципе не сильно-то отличается от Mate 40, но он и стоит в два раза дешевле. Так вот, Друзья, если вы все-таки думали, какой крутой Huawei себе купить, Huawei Mate 40 Pro и Huawei P40 Pro, посмотрим сравнение фото, видео, быстрое действие, как они работают, какие-то особенные фишки. По всему пробежимся. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, цены, потому что, ну, здесь это прямо актуально. Заглядываем на e-каталог и смотрим. Huawei P40 Pro до 256 гигов стоит от 51 тысячи, а Mate 40 Pro стоит от 85 тысяч до 89. Стоит заметить, друзья, что в Европе цены 105 тысяч рублей, то есть гораздо дороже. России в этом случае повезло. Также очень хорошо, что на e-каталоге можно, в принципе, большое количество одновременно смартфонов сравнить. И можно, кстати, отсортировать по ценам. У OnePlus 8 у нас получается со самый недорогой Huawei P40 Pro на втором месте, затем идет Mi 10 Pro, он от 70 тысяч рублей, Samsung от 73 и дальше Huawei Mate 40 Pro. Также здесь можно пробежаться по таблице и узнать, что, например, только у OnePlus есть 11 Android, а у Xiaomi Mi 10, например, нету второй сим-карты. Здесь можно посмотреть и то по диагоналям дисплеев и так далее. Кстати, самая слабая, по сути, панель на Mi 10. Количество точек найдем 386, меньше всех остальных. Здесь и процессоры, памяти, камеры, все можно посравнивать очень-очень удобно. но ну и опять же, флагманы, да, а влагозащиты нет ни у OnePlus, ни у Xiaomi. Ну и внизу еще интересно посмотреть на динамику цен, тоже прикольная такая вещь. Я внизу оставляю ссылочку на e-каталог, посмотрите, сравните цены современных флагманов. Что хочу сказать, друзья, очень важное. Либо мы берем самый инновационный смартфон Huawei Mate 40 Pro, он здесь есть прям за что переплачивать, ну как минимум в OneTuTu, например, он набирает 680 тысяч баллов, потому что здесь Kirin 9000, а P40 набирает 450 тысяч баллов, но если включить производительный режим, будет чуть побольше, 480 тысяч баллов. Я бы сказал так, вообще, Huawei по 40 Pro, по цифрам, это самый медленный флагман среди всех за 2020 год. Я бы сказал так, вообще, в работе к нему вопросов практически никаких нету, все очень плавно, все здорово. Единственное, мне, честно говоря, не очень нравится виброотклик, потому что вот на Mate 40 виброотклик прокачали. Он прямо такой стал приятным постукивающим. Что касается дизайна, друзья, ситуация такая. Я бы сказал, что сам p 40 Pro гораздо удобнее лежит в руке, потому что Mate все-таки пошире. При этом задняя крышка мне больше нравится на Mate. P40 по дизайну сзади ровно такой же, как и Xiaomi, Samsung и все остальные. Ну, честно говоря, скучновато для флагмана. Давайте быстренько пробежимся по внешности, потому что это оба стеклянных красавца. Спереди и сзади стекло. Конечно же, есть защитное покрытие, но какое никто не знает. И, кстати, Huawei по сравнению со всеми другими флагманами не наклеивает наверх какие-либо пленки. И когда ты держишь в руках эти смартфоны, ты понимаешь, что Huawei по 40 прямо гораздо удобнее лежит, чем Mate, потому что в P40 диагональ 6,58, в Mate уже солидные 6,76 дюймов. Но при этом, несмотря на то, что Mate гораздо больше, он весит всего лишь на 3 грамма больше. 212 против 209. Кстати, толщина тоже примерно одинаковая. Это 9 миллиметров и 9,1 миллиметр. И, что самое интересное, за счет покатых граней и спереди, и сзади, эти смартфоны чувствуются достаточно тонкими. Я уже рассказывал этот интересный момент, что iPhone с его 7,4 миллиметров чувствуется толще, чем вот все Android смартфоны, потому что у iPhone боковая грань широкая. А еще тут такой экран, да, водопад, который, я думаю, бы огромное количество людей раздражает, особенно раздражал в Mate 30. -м. Там прям были проблемы с чувствительностью, были проблемы с этими боковыми гранями, но, кстати, в компании Huawei позаботились об этом моменте и сделали специальную опцию. Если зайти в раздел дисплей и дальше другие настройки экрана, то здесь есть края экранов. И именно здесь можно активировать вот эти боковые грани или сделать так, чтобы они наоборот стали нечувствительными. И за это большое спасибо Huawei. Например, этой функции в P40 нету. Кстати, друзья, если вы по какой-то причине все-таки понимаете, что нет, не справится вам с Google сервисом, хотите вы купить себе крутой смартфон, но это, наверное, будет не Huawei, я вам тогда хочу напомнить, что есть, например, Samsung на Snapdragon, хорошие цены на OnePlus и все остальное у моих друзей компания Cyprus. Внизу оставляю ссылку Переходите, посмотрите. И самое главное, используйте именно эту ссылочку, потому что тогда вам будет подарок при промокоде DJFill. Впереди у нас новогодние праздники, так что закупиться чем-то классным стоит. Оба смартфона влага защищены. Оба смартфона поддерживают не топовую частоту 90 Гц. У нас здесь OLED Матрица, поддерживающая HDR 10 и примерно одно и то же разрешение практически Full HD 441. точка на, дюйм на P40 PRO против 456 на Mate. Глобально разницы нет и по яркости. Эти смартфоны достаточно неяркие по сравнению, например, с iPhone 12 Pro Max. В обычном режиме P40 420 нит, а в Mate 480 нит. Но ну, если выйти на улицу, то в пике у нас будет 800 нит на Mate. Это достаточно хорошая величина. Ну а P40 поднимается примерно до 530 и здесь практически никакой разницы нет. Короче, дисплей круче на Mate 40, он поярче и поконтрастнее, но он на самом деле более неудобный именно за счет этих боковых граней. Кстати, на Mate 30 в прошлом году не было кнопок. Здесь, слава богу, в Mate 40 они есть. Кнопка питания, кнопки громкости. Но для тех, кому понравилась вот эта история, когда ты можешь два раза постучать по экрану, и у тебя появляется кнопка громкости. Она осталась. Плюс она работает с двух сторон. Это еще одно очень крутое решение. Еще один момент интересен в Mate, потому что в P40 ты можешь включить либо 60, либо 90 Гц экран. А в Mate еще есть функция динамическая. То есть смартфон сам понимает, когда нужно включать 60, а когда 90. Соответственно, таким образом он экономит электроэнергию. И еще в Mate 40 вот эта здоровенная фасолина, она чуть меньше, чем в P40. Короче, по дисплею Mate 40 Pro интереснее. Дальше, если говорить по звуку, то здесь тоже очень важный момент, потому что в Mate 40 наконец-то у нас стерео, а в P40 моно. И это была одна из тех вещей, за которые прям очень сильно хаяли P40 в середине 2020 года, когда у всех флагманов было стерео, а в P40 моно. Но давайте ради интереса послушаем, как звучат эти смартфоны. Понятное дело, что стерео всегда будет звучать выигрышнее, но в любом случае. Давайте послушаем сейчас мою композицию. Если, кстати, она вам понравится, я вот тут оставлю ссылку. Переходите, посмотрите, поставьте лайк и напишите комментарий. компании Huawei очень интересное отношение к памяти, потому что только 8 гигабайт, ни больше, ни меньше. Есть, конечно же, Porsche дизайн, но это совершенно другое устройство. Так вот, в P40 у нас стоит память прошлого поколения, это LPDDR4X, а в Mate стоит пятого поколения, LPDDR5. Причем в P-версии есть 128, 256 и 512, а в Mate только 256 и 512. И, кстати, стандарт памяти в Mate тоже быстрее, 3.1 против 3.0 в P40. -ом. Но из всех вот этих вещей, наверное, и вылезает то, что Mate 40 Pro является самым быстрым вообще смартфоном на данный момент, который больше всего баллов набирает в Antutu, это 685 тысяч баллов. Прям супер быстро. У P40 Pro просто в сторонке попивает сачок, потому что 450 тысяч баллов. Охрененный на самом деле скачок производительности в рамках одного года. Но точно могу сказать, что и на одном, и на другом смартфоне вы будете отлично играть в игры. Правда, есть проседание, если запустить тротлинг тест и на P40, и на Mate 40 есть большущие проседания вплоть до 50 процентов если включить производительный режим этих проседаний становится меньше но они по-прежнему есть я помню смотрел мобайл телефон и Женя рассказывал о том что вот когда трогаешь смартфон тогда вот эти проседания появляются или наоборот не появляются короче он там разбирался с этим вопросом я бы сказал так что на уровне цифр этот тротлинг есть на уровне использования смартфона ты не чувствуешь что с ними есть какие-то проблемы все очень очень хорошо ну и чтобы хоть как-то определиться с быстродействием отойти от цифр, посмотреть на реальность, давайте прямо сейчас вы видите, как я параллельно запускаю самые популярные приложения на обоих смартфонах. Ну и вы, соответственно, видите, какая разница в запуске между ними. Я могу сказать, что она крайне минимальная. Небольшое ощущение, что Mate 40 все-таки побыстрее шурует, но в целом оба смартфона работают хорошо. И я думаю, что если вы купите P40 Pro или Mate 40 Pro, вы одинаково будете чувствовать себя комфортно. И по операционной системе здесь одна и та же история. Google сервисов нет. Поэтому мы используем приложение AppGallery, а также используем еще два, например, других сторонних магазина. Я пользуюсь Aptoid, есть еще APK Pure и так далее. Короче, скачивайте APK-шки и устанавливаете себе. Плюс напомню, что при помощи приложения PhoneClone можно с вашего предыдущего смартфона перенести очень многое. То, что отсутствует в AppGallery, в том числе и WhatsApp с его архивом сообщений. Но вот что, друзья, очень важно. На P40 Pro можно было установить Google сервисы. И у меня здесь стоят Google сервисы. Но у меня по какой-то причине один имейл отвалился. То есть у меня на P40 сейчас стоит два имейла. И один из них работает, а второй не хочет работать. Кстати, поправьте меня, пожалуйста, потому что я устанавливал сюда Google сервисы где-то там в мае. Какая ситуация сейчас? Может быть, вы недавно покупали и вы уже не смогли установить. Но на Mate 40 Pro точно не установить Google сервисы. Здесь как не пытаются пока современные деятели. Ничего не получается. Сложно сказать, какая ситуация с Huawei будет в 2021 году. Они там собираются переезжать на Harmony OS. У них там опять возобновляются какие-то взаимоотношения с США, что-то происходит. Но мне кажется, честно говоря, что Google они в ближайшее время не вернутся. Все основные фишки операционных систем у этих смартфонов одинаковые. Это и черные темы, и разделение экрана на две части. Но при этом есть все-таки некоторые моменты, которые есть только в Mate 40 Pro. Я уже рассказывал вам это и про боковые грани, и про постукивание. В Mate 40 Pro также стоит обновленный Always On Display, который стал гораздо интереснее. В нем гораздо больше разных вариантов установить те или иные циферблаты, понастраивать что-то. Короче, молодцы, поработали над этим. Мне нравится такой подход, потому что есть такие компании, у которых флагманы отличаются только железом, а больше ничем, никаких программных фишек нет. И это печально. Mate 40 Pro здесь поинтереснее будет. По разблокировке оба смартфона считайте идеальные. Они очень круто разблокируют тебя по лицу, они делают это в темноте, когда угодно, потому что здесь такая же история как у Apple специальная Face ID стоит. И сканер отпечатка пальцев тоже в смартфонах крайне быстрый. Как вы не нажимаете, он всегда сработает, это хорошо. Еще одна вещь, которую очень хорошо прокачали, это аккумулятор. Потому что 4200 было на Huawei P40 Pro и 4400 теперь на Mate 40 Pro. Быстрая зарядка 40 против 66. 66 это вообще 40 минут и бац, смартфон практически зарядился. Также есть быстрая беспроводная зарядка, тоже быстрая, 27 Вт и 50 ватт а еще есть реверсивная зарядка оба смартфона могут заряжать другие девайсы также есть отг то есть вы можете подключить флешку к обоим смартфонам здесь у нас быстрый usb type c версии 3.1 по поводу работы аккумулятора тут тоже есть о чем сказать потому что p40 про меня вообще не радовал p30 про меня очень радовал аккумулятором 7 часов работы экрана стабильно было хорошо там 6 7 окей okay. здесь 4-5 часов работы экрана ну иногда 5-6 но это крайне нечасто то есть и у меня не было уверенности, и до сих пор нет уверенности, что я до вечера доживу с работающим смартфоном. В Mate такой проблемы нет, Mate работает подольше где-то 5-6 часов работы экрана, иногда даже 6-7 часов работы экрана. Короче, здесь тоже прокачали, молодцы. Bluetooth, кстати, тоже прокачали, 5.1 против 5.2 на Mate 40. Оба смартфона поддерживают Wi-Fi 6 и что касается подключений, есть ведь NFC и есть ведь оплата, и есть ведь отсутствие Google Pay. Но здесь есть тоже хорошие новости, потому что Huawei начали работать, в том числе и с Visa, и MasterCard при помощи приложения кошелек, потому что раньше там была только, по-моему, Visa, теперь и MasterCard тоже. Плюс можно расплачиваться при помощи SberPay. Постепенно Huawei начинает дружить с разными платежными системами, и это для нас, конечно же, хорошо. Но, по дело, ребят, стараются, у них есть определенные трудности, так что двигаются вперед. Ну и основной момент, за который любят компании Huawei, это, конечно же, камеры. Точнее так, полюбили, начиная с P20 Pro. У нас здесь, на самом деле, практически одинаковые камеры. Основная, на пересечении 2 мегапикселя это Sony IMX 700, апертура 1.9. Телеобъектив, практически пятикратный оптический зум, он тоже одинаковый, апертура 3.4. А вот ширик поменялся, был 40 мегапиксельный ширик, технологии Quad -Bayer, это IMX 650, а теперь 20 мегапиксельный ширик IMX 718. При этом одна из главных странностей, которая появилась, это на P40 есть оптическая стабилизация на основном модуле, а на Mate 40 ее нет. Ее перенесли на Mate 40 плюс, Это крайне странно. Но, друзья, давайте не переживать. Отсутствие оптической стабилизации, это не значит, что у вас все будет трястись. Нет, есть цифровая стабилизация. Я бы сказал, что на Huawei, а в принципе, работает хорошо. Что оптическая, что цифровая. Я особой разницы вообще не вижу. Обе хорошо отрабатывают все. В обеих ситуациях смартфон словно корабль плывет и все снимает. Еще один момент, о котором стоит сказать. Фронтальная камера умеет снимать 4К 60 кадров в секунду. При этом она дает очень нестабильную картинку. То есть на самом Samsung и на iPhone эта стабилизация работает гораздо лучше. Я делал специальное сравнение Mate 40 Pro против Galaxy S20 Ultra и iPhone 12 Pro Max. Вот здесь оставлю ссылочку, переходите, посмотрите, ну прямо все видно. Шатается Mate 40 Pro вообще, а стоит дорого и шатается. И вот понятное дело, что раз у нас один и тот же сенсор на обоих смартфонах, очевидно, огромной какой-то разницы не будет. И это правда. Оба смартфона по-прежнему делают фотографии очень хорошо. Оба смартфона очень классно делают пятикратное увеличение. При этом не сказать на самом деле, что они прямо лучше, чем Galaxy Note 20 Ultra или iPhone 12 Pro. То есть в том видео, которое я делал, прямо заметно, что каждый смартфон где-то хорош, а где-то не очень хорош. Huawei по-прежнему предлагает нам снимать видео не на основную камеру, а на широкоугольную. но ну, окей, если производитель так хочет, пожалуйста. Короче, большой разницы между фото и видео возможностями этих смартфонов нет. Отличается только фронтальная камера. На Mate 40 очень классная фронтальная камера. Она с 32 мегапикселей. Свалилась на 13 мегапикселей, точнее, я бы сказал так, обработка получается прикольнее, потому что цвет кожи менее красный. При этом на P40 есть фокусировка по глазам, а на Mate 40 такого нету. Еще есть разница по замедленной съемке, потому что Mate 40 умеет снимать в формате Full HD 30, 60, 120, 240 и 480 кадров в секунду. Это прямо круто. А P40 Full HD умеет снимать только 30 и 60 кадров в секунду. Все остальные функции камер практически одинаковые разницы вы не увидите, в том числе и в дизайне интерфейса, и он мягко говоря неудобный, очень неприкольно залезать куда-то вглубь, чтобы поменять качество видео, там Full HD, 4K, количество кадров в секунду и так далее. Прямо ждем обновления интерфейса на камере. И вот здесь мы подходим к нашему главному финалу. Стоит ли вы таки переплачивать практически в два раза больше, то есть P40 стоит 50 тысяч рублей, Mate 40 стоит 90 тысяч рублей. Но понятное дело, что Mate 40 практически в каждой позиции технологически лучше, но ну вот кроме этой фокусировки по глазам. Но я бы сказал так, нет, я бы не стал переплачивать. То есть у меня нет ощущения, что это делать нужно. P40 Pro отличный девайс, очень крутая камера, очень хорошее быстродействие. На цифрах она не такая классная, но в любом случае работает очень хорошо. Не очень хороший виброотклик, но ну, на уровне всех остальных флагманов, зато более-менее компактный решение и неплохо держится в руке. Поэтому я бы сказал так, если вы хотите купить себе крутой Huawei, то я вам рекомендую подумать на P40 Pro. Но при этом, если вы хотите прямо топ 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 то можно купить Mate 40 Pro, а можно вообще купить себе Porsche Design и быть единственным в городе со смартфоном Huawei Porsche Design. Вот такая история, друзья. Насколько Google сервисы пугают вас и насколько вы отошли от компании Huawei, напишите в комментариях. Ну, а если пользуетесь сейчас Huawei, то напишите, какой смартфон у вас сейчас на руках. Я очень надеюсь, что это видео для вас было полезным. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Не забывайте подписываться, ставьте лайк. Мы с вами встречаемся каждый день. Я вам рассказываю о гаджетах, которыми пользуюсь. Я готовлю, кстати, большое видео. Mate 40 Pro, Galaxy Note 20 Ultra, iPhone 12 Pro Max, Pixel 5, наверное, OnePlus 8 Pro и, конечно же, Xiaomi Mi 10 Ultra. Честно говоря, не знаю, что сюда еще можно в этот список добавить, потому что, по-моему, это все самые крутые смартфоны 2020 года. В общем, я сейчас работаю над этим вопросом. Так что ждите, впереди много классных видосов. Всем спасибо, не болейте. Меня зовут Фил, это честный блог. Пока.